Друзья, ну что, сегодня третий день, мы покидаем это замечательное ранчо и направляемся в пустыню. Поехали! Так, друзья, правила движения соблюдаем. На светофорах останавливаемся, знаки стоп тоже не игнорируем. Иначе шрифт может наказать. Вплоть до, значит, экстрадиции. То, что я люблю. Только яма, ребята, аккуратнее. Добрый вечер! Здравствуйте! Ребята, мы в сказку попали. Волшебный лес из кактусов. Будьте внимательны. Мы попали в красные пески. Проблема либо генератор. У всех батарея горит. Так, значит, его либо генератор залило, как вариант. Типа пошли, да? Как вам без приключений? Ну нереально же, да? Конечно. В этом и есть кайф. Весь сок. Скорее всего, генератор. И мы сейчас где-то в центре. Ну это не пустыни, как это, леса какие-то. Но слушайте машины. Очень далеко от ближайшего места. Конечно, пока неизвестно, что делать. Where you all from? From Russia. Yeah, welcome to California! Woo! Where's the vodka? Welcome to Joshua Tree, yeah! Значит, у нас небольшие траблы. У нас после того, как мы заехали в лужу, три Рубикона просто сдохли акумы. Видимо, их залило, возможно, воздух, возможно, еще что-то произошло. Но системы не запускаются. Пока. Нам удалось одну машину реанимировать из трех. Остальные две пока еще, так сказать, на домашнем лечении. И он все равно не срабатывает. Это запуск или что? Да, нет, это ASD какой-то. Я не знаю, что такое ASD. Где? 16. Кто 16? Я выдали, вместо камеры выдали аккумулятор. По рации сразу или? Да, да, говорите, если будут резкие изменения по этому самому, по заряду, то есть она будет либо заряжаться, либо разряжаться. Если разряжаться, то все хреново. Если заряжаться, то норм. Да, погнали. Какая у нас ближайшая точка на всякий случай, где можно тачку скинуть, если она там сломается? Бобрыв с людьми. Давайте посмотрим по иншуренсу, где, короче, у нас полная страховка, просто ее и сталкиваем. Не, давайте Кирилла тачки просто скинем. Там нет иншуренса вообще. Их лучше сохранить. Я ни разу в боевиках не видел, как, знаешь, вот гора, машина сдвигается и вот так вот летит. Какой по счету аккумулятор-то? А какая сейчас будет задача у нас? Сейчас хуячить у нас задача будет. Просто на скорости. А самый главный вопрос, все ли знают, куда ехать? Будет развилка налево, прямо и направо. Помнишь, как в сказке, братан? Вот там направо. Чао, Алихан. Короче, и догнали. Пипец вообще. Да мы не то, что догнали, просто я сама не ожидала от себя такой скорости и мастерства вождения. Чувствуешь эмоции? Я привет! Вот она!
Да вот он оффроуд! Я на фоне адреналина даже не понимала, что я воды хочу. Я выпила полбутылки воды, когда она мне в руки попала. Прикинь? Прикинь, давай. Вообще, я даже не ожидала просто. И ты знаешь, на серии, ты смотришь на аккумулятор, он у тебя 11,3, 11,2, 11,1. Думаю, сука, я быстрее, короче, жму на педаль. Может, ты так сиди такая. А в итоге сколько? 11 сейчас. 11? Да, она падает. Да. Все, ребята, точка в Джошуа 3. Ура! Ты здесь был? Ты знаешь, Катя, ты здесь. Круто! Я скажу, что а мы тут в гостях. Здравствуйте, как Ахиппес, посмотри, Катя. Коэна. Которые по луже не проехали. Которые не проехали по луже. Это была запланированная история. Нет, посчитайте математически. Только наши гостей. Егор, вот ну давайте, Лёг, ты сегодня герой. Подумать. Герой сегодняшнего вечера. 7 автозамен. Давайте. И он виновник, считай, и герой. Если первого. Бы не было, мы бы, возможно, сейчас сидели в горах, вот там на первом склоне, и грели, жарили. Сильные и сильнейшие могут стать сегодня. Как считаешь, Влад? Самый сильный, самый мощный. Давай, брат, собираем дрон, нам нужно увидеть, как это будет. The road I headed, twists and turns, and the sun beats down and it burns, but I keep on pushing through. And every step quicker than the last, my feet tread down this beaten path, and I keep on pushing through. 'Cause I get up and I may fall right back down, but your love lifts me back to solid ground. Yeah, I get up.